Игровой ноутбук Origin EV16S получил экран нетипичной диагонали, огромный набор портов и графическую подсистему Good, Bad и Best. Ассортимент компании Origin пополнил игровой ноутбук EV16S. Одной из отличительных черт новинки является дисплей нетипичной диагонали, 16,1 дюйма. Тут используется панель IPS с разрешением Full HD с поддержкой кадровой частоты 144 Гц. Сердцем служит КПА Core i7 8750H, а вот с видеокартами вопрос открытый. Сейчас на официальном сайте лишь указано, что это будут решения нового поколения, видимо, имеется в виду линейка Turin, а также что на выбор будет три ускорителя – Good, Bad и Best. Можно предположить, что речь об RTSC 2060, RTSC 2070 и RTSC 2080 соответственно. Как всегда у Origin, на сайте имеется конфигуратор, позволяющий в широких пределах настраивать характеристики ноутбука. К примеру, есть целых 12 пунктов при выборе оперативной памяти. Пользователь волен выбрать как объем, от 8 до 32 ГБ, так и частоту, 2400 либо 2666 МГЦ. Для хранения данных можно использовать 2 SSD и 1 HDD, максимальный объем хранилища может достигать 8 ТБ, хотя за такой вариант придется изрядно переплатить. Порадует также и набор портов. Ноутбук получил USB 3.0, X3, RJ45, USB-C, X2 мини-дисплей-порт, X2 HDMI и слот для карт SD. Вероятно, это один из самых широких наборов портов среди современных ноутбуков потребительского класса. Из остального можно отметить клавиатуру с подсветкой и габариты 378.5 на 251.5 на 19.8 мм при массе 2,1 кг. За базовую версию просят $1815, а топовая обойдется в несколько раз дороже.